Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Попрыгунчик. Здравствуй, пандочка. Привет. Какой замечательный шарик. Шарик? Он же не воздушный, он пластилиновый. Шар – это такая форма, круглая со всех сторон, как ягодка или бусинка и клубок. Здорово, буду лепить бусики для неваляшки. И оп-оп. Здравствуй, крошек. У тебя новая игрушка? Привет, это попрыгунчик. И сейчас я попаду им вон туда. Привет, крошек. Привет, пандочка. Может, хватит уже? Пандочка, я почти попал. Вот, смотри. Попал. Мой шарик, он был такой круглый. Но он и сейчас круглый. Он со всех сторон был круглый. А теперь просто кружок. Извини, пандочка, я хотел попасть в цель. Крошек, а может тебе потренироваться? Да, но на чем? О! Есть идея! Давай. И где же они? Ой! Пандочка, теперь все твои шарики стали кружочками. Ха! Так это же бусики для неваляшки! Ура! Ну вот, были бусики шарики, стали бусики кружочки. Как хорошо, когда друзья поддерживают друг друга. Крошек? Круг и шар. Что это, ежик? Так, круг, а так шар. Знает каждый малышарик, что такое круг и шарик. Где они встречаются, где они встречаются, чем похожи и чем отличаются. Всем известный колобок, шар, 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 ежик свернутый в клубок. Шар, шар, шар. Ну и малышарики тоже, в общем, шарики. Да! Я могу превратить шарик в кружок. Ого! А я наоборот, кружок? Теперь давай-ка, друг, мы с тобой споем про круг. Погляди скорее вокруг, погляди скорее вокруг. Ты увидишь всюду круг. Колесо велосипеда. Круг, круг, круг. И тарелка для обеда. Круг, круг, круг. Пуговка в ладошке, пятнышко на кошке. И планета, на которой проживаем мы с тобой,
не поверишь. Шарик голубой. Потеряшка. Здравствуй, барашек. Сколько у тебя треугольников? Здравствуйте. Да, целая гора. Целая пирамида. Пирамида? Пропала моя пирамида. Ну почему же пропала? Просто ей чего-то не хватает. Тут должна быть палочка. Сейчас принесу. Это сюда. Этому самое место здесь. Так. Крошик, ежик, здравствуйте. Уборку затеяли. Здравствуйте. Ага, убираем. Чистота. Вот палочка для пирамидки. А где же она? Только что здесь была. Барашек, ты что-то потерял? Да, пирамидку. Мы найдем твою потеряшку. Похоже, но не она. В моей еще дырочки были для этого. Ну, раз пирамиды нет, то и палка не нужна. Клади в коробку. О, так вот же она, моя пирамида. Это же треугольник. А мы искали пирамидку. Раз треугольник, два, три, четыре, а вместе пирамида. Нашлась моя потеряшка. Треугольники такие тонкие, а пирамида вон какая. На нее и забраться можно. А можно вокруг побегать. Какие молодцы. И потеряшку нашли, и порядок навели, и пирамиду построили. Треугольник и пирамида. Какой необычный домик, малыши. Это крепость из пирамиды и треугольника. И у Кати, и у Оли, у Артура и Давида. Среди всех игрушек где-то притаилась пирамида. И такая пирамида у тебя, мой друг, стоит. Сколько малышей собрали разноцветных пирамид. Мы с тобою пирамиду нежно нам руки возьмем и повертим, и покрутим, и тот час с тобой поймем, что не плоская она, что со всех сторон видна, что у нашей пирамиды, представляешь, есть объем. О! Пандочка, здесь только одна пирамида. Видишь, у нее тут треугольник. А это тогда что? А это пирамидки, игрушки такие. Пирамида, пирамидка, поняла. Треугольник, не в обиду, хоть похож на пирамиду. С виду четкий, с виду броский, но, увы, приятель плоский. Худышка. Кубик. Еще кубик. Здравствуйте, малыш. Здравствуйте. Привет. Ёжик, ты решил полить цветок? Да, только не достать. И правда, не достать. Что же делать? Надо на что-нибудь встать, чтобы быть повыше. Кубик. Еще кубик. О, кубик.
Кончились. Да, на что же ежику теперь встать, чтобы полить цветок? О, у меня есть кубик, вот. Пандочка, да разве это... Хочешь кубик? О! Все равно не достать. Твой кубик какой-то сплюснутый. Нормальный кубик. Где кубик? Вот, это разве кубик? Ну да. Ой, какой-то он худышка. Каши мало ел. Ешь кашу, кубик. Что ты как не кубик? Худышка. Не ругай его, пандочка. Просто он и в самом деле не кубик. Не кубик? А кто же он? Квадрат. Плоская фигура. Квадрат. Так вот, почему ты худышка? Ты квадрат. Плоский. Верно. А кубик – объемная фигура. Он так и называется. Куб. Вот, башня под деревом. Мне бы еще. Что ты ищешь, крошек? Окошко для башни. Надо что-то такое и такое. Квадратное и плоское? Да, квадратное и плоское. Плоское? Квадратное? Это же мой худышка. Вот, квадратное и плоское. Как хорошо. Пригодились и объемные кубики, и плоский квадрат. Квадрат и куб. Пандочка, это квадраты? Это квадрат, я его вырезала. А это куб, я его склеила. Чтобы узнали скорее, ребята, чем отличается куб от квадрата, песенку эту сейчас мы споем, песенку эту сейчас мы споем, а заодно что-то и сами про это поймем. Можно куб, погляди, весь кругом обойти, рассмотреть его с разных сторон. Он везде одинаковый, как ни крути, и что главное, в нем есть объем. А квадрат необъемный, давайте сейчас нарисуем его мы, друзья. И листочек, глядите, квадратный у нас, вот и песенка кончилась вся. Квадратик. А еще говорят, есть известный почти на весь мир, необычный, таинственный черный квадрат. Ну а папа его Казимир. Необычный, таинственный черный квадрат. Ну а папа его Казимир. Казимир. Гости. Добрый день, малыши! Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Что ты делаешь? Кажется, барашеку грустно. Сможешь его развеселить? Смогу! Побежали играть! Не, я буду тут сидеть. Хорошо! Ты будешь сидеть? Кто-кто? Барашек дома? Нюшенька, в гости интереснее играть, если у домика есть дверь. Дверь! А, Нюшенька, заходи. Барашек, а почему ты не спрашиваешь, кто там? Вдруг это совсем не Нюшенька? Да! А я твою косичку вижу. Это потому, что дверь невысокая, квадратная. Нужна другая дверь! Повыше!
Смотри, барашек! Нюшенька взяла два квадрата и сделала прямоугольник. Прямоугольник? Кто там? Гости! Гости? О, Нюшенька, заходи! А я не одна! Я с тортиком! Кто там? Заходи, пандочка! Ну, я так не играю! Как ты узнал? Шарик! Чтобы шарик не было видно, нужно, чтобы прямоугольная дверь стала... Еще выше! Оп! Это мы, медведи. Заходите в гости. Мы тоже тортика хотим. Какие молодцы наши малыши. И новую фигуру выучили. И грустного барашика развеселили. Прямоугольник. В нашей комнате живет прямоугольник, он с тобою встречи ждет. Прямоугольник, головою поверти и скорей его найди. Дверь в стене и книжный шкаф, прямоугольник. Даже книжка на руках, прямоугольник. И окно, и подоконник тоже прямоугольник. Это прямоугольник. А теперь это квадрат. И снова прямоугольник. Тумба квадратная. Шкаф прямоугольный. Книжка квадратная. Нет, книжка прямоугольная. В нашей комнате живет прямоугольник, он с тобою встречи ждет. Прямоугольник, головою поверти и скорей его найди. Фото папы, фото мамы, прямоугольник. И для этих фоторамы прямоугольник. Нарисуем мы подряд раз квадрат и два квадрат, и получим сразу прямоугольник. Прямоугольник! Загадка. Не догонишь? Догоню! Здравствуйте, малыши! Привет! Здравствуйте! Ой! Ёжик, барашек, вы не ушиблись? Нет, ни капельки. А что это? Это... А попробуйте угадать. Я знаю! Это коврик! Коврик? Коврик, чтобы ножки вытирать. Нет, это не коврик. Это картина. Картина? Смотри, веревочка. О! Не картина. Картина прямоугольная. А это другое. Правильно, малыши. Это не прямоугольник. Такая форма называется ромб. Ромб! Крошек, знаешь, что это? Знаю! Ты куда? Крошек, стой! Отдай наш коврик! Это не ваш коврик! Это наша картина! О,
Шарик улетает. Ловите друга скорее, малыши! Это змей! Воздушный! Летучий змей! Летучий Ром! Змей по имени Ром! Молодцы, малыши! Познакомились с интересной игрушкой, выучили новую фигуру и даже немножко полетали. Ромб. Пусть она фигура необычная. Ромб, ромб, ромб. Рисовать научимся отлично мы. Ромб, ромб, ромб. Ты бумаги не жалей, нарисуй его скорей. Ромб, ромб, ромб. Барашек, что это у тебя? Печенька. Какой она формы? Это ромб. А у меня нет ромба. Зато у тебя есть друг. На! Спасибо! Вот здорово! Из одного ромба получилось два треугольника. Пусть она фигура необычная. Ромб, ромб, ромб. Рисовать научимся отлично мы. Ромб, ромб, ромб. Ты бумаги не жалей, нарисуй его скорей. Ромб, ромб, ромб. Посмотри, воздушный змей. Да, простой воздушный змей. Тоже ромб, ромб, ромб. Обруч. С добрым утром, пандочка. Привет. Чем это ты занимаешься? Я занимаюсь гимнастикой. Вот как я могу. Здравствуй, крошек. Привет. Смотри, крошек, пандочка у нас гимнастка. А я прыгун. Опа, 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 а опа. Ты умеешь? Умею. Опа. Случилось, пандочка? Обруч больше не круглый. Нет, круглый. Это не круг. Это круг, только длинный. Не круг, не круг, не круг. А знаете, малыши, как называется такая форма? Овал. Овал? Я сделал овал. Из моего обруча. Овал? Это замечательно. Вот только покрутить овальный обруч уже не получится. Не крутится. И не катится. Я сейчас все починю. Я сама починю. Отдай. Я сам. Мы починили круг! Ай да мы! Ай да малыши! И с овалом познакомились, и обруч починили. Может, и общую игру придумают? А давай я! Овал. Овал.
Посмотри, каким кружок забавным стал. Превратился он в фигуру под названием овал. Кто не знал, что фигура называется овал. Смотрите, у малышей шарики разной формы. У меня круглый, а у меня овальный. Пандочка, а ты какой формы? Круглый. А хочешь стать овальной? Посмотри, каким кружок забавным стал. Превратился он в фигуру под названием овал. Я не знала, что фигура называется овал. И пускай она на круг слегка похожа, но овал и круг, мой друг, не одно и то же. Мозаика. Догоню! Ой. Малыши Ёжик, Ванночка и Нюшенька так любят играть, что иногда даже забывают поздороваться. Здравствуйте, малыши! Привет! Привет! Кажется, Пандочка нашла что-то очень интересное. Ого! А что это? Это мозаика. Картинка из маленьких кусочков. Квадратов. Хочу квадрат! Я хочу кусочек! Квадрат? Ёжик! Да, такие вот квадраты. С углами. Ой. А где же? И правда, где же картинка? Рассыпалась на квадратике. Малыши, куда же вы? В угол. Ты что, сама себя в угол хочешь поставить? Ага. Малыши, думаю, так дело не исправишь. Может, попробуете сложить мозаику заново? Заново? Какая красивая картинка! И все квадратики на месте! А еще одну сложите, малыши? Да! Квадрат. Малыши, какую фигуру мы сегодня будем учить? Квадрат! На картине, на квадратной, нарисуем мы квадрат. То-то мама будет рада, то-то папа будет рад. Нарисуем дом квадратный, два окна квадратных в нем. Все по-разному раскрасим и немного отдохнем. Отдохнем! Подушка квадратная. Печенье квадратное.
Знак квадратный. Разворот. Остановка. На картине, на квадратной нарисуем мы квадрат. То-то мама будет рада, то-то папа будет рад. На квадратной табуретке две квадратные салфетки. Это все в квадратной раме. То-то радость папе, маме. Это все в квадратной раме. То-то радость папе, маме. Папе, маме. Папе, маме. Домики. Здравствуйте, малыши. Привет! Я делаю домик. Я тоже. Привет! Ой, домики. Малыши, а как вы сделаете крыши для своих домиков? Крыши? И, по-моему, он очень похож на крышу. Ура! У меня крыша! И у меня крыша! Спасибо! Барашек? Что ты там делаешь, барашек? Еще треугольники. Ой, елочка, елочка! А почему бы вам не посадить лес? Красивые домики в лесу получились у малышей. Спасибо, барашек. Молодцы, ребят. Треугольник. Барашек, какую фигуру ты принес нам сегодня? Треугольник. Мы на наш поставим домик. Треугольник, треугольник, будет этот треугольник защищать от ветра домик. Будет этот треугольник защищать от ветра домик. Да. Треугольный змей. Треугольный парусник. Треугольный знак. Треугольные флажки. Треугольник. И это треугольники. А это треугольник. Треугольник. И тогда в уютный домик к нам придет любимый гном. Вместо шляпы этот гномик тоже носит треугольник. Вместо шляпы этот гномик тоже носит треугольник.
елка. Здравствуйте, малыши! Что мы будем делать сегодня? Рисовать! Рисовать! Хорошо, давайте рисовать. Под Новый год в каждом доме появляется елка. Какого она цвета? Она зеленая! Правильно, зеленая. А еще какая? Колючая! Колючая! Пушистая! Пушистая! Новогодняя! Очень красивая. Хотя чего-то на ней не хватает. Игрушек! Шарик. Красный. Колокольчик. Голубой. Звездочка. Желтая. А какого цвета огоньки? Голубые! Красные! Желтые! Зеленые! Разноцветные огоньки горят на нашей елке. Кто же придет на нашу елочку? Какого он цвета? Белый! Нос! Красный! Шарф, шапка и варежки? Голубые! Кто же это, малыши? Снеговик! С Новым годом, малыши! С Новым годом! Мчится, песенки поет, бородою снег метет. Новый год, Новый год, здравствуй, Новый год. Новый год, Новый год, здравствуй, 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 Новый год. Колпачок. Здравствуйте, малыши! Привет! Привет! Здравствуйте! Ой, звездочка упала! И грустит. Бедная звездочка. Кажется, звездочке чего-то не хватает. Колпачка не хватает. Правильно, пандочка.
У этой звездочки нет колпачка. Мы найдем колпачок! Вот! Круглый! Похоже, круглый колпачок нашей звездочке не подходит. Ёжик, ты хочешь попробовать квадратный колпачок? Ага. Ой. И квадратный колпачок не годится. Молодцы, малыши! Нашли колпачок правильной формы и выручили нашу звездочку. Не круглый, не квадратный, а треугольный! Формы. Вот стоит большой квадратный дом, крыша треугольная на нем, а над крышей солнышко круглое, круглое, ясное. Посмотри, какие формы разные. Нарисуем их подряд, треугольник, круг, квадрат. Печенье квадратное. Стоит большой квадратный дом, крыша треугольная на нем, а над крышей солнышко круглое, круглое, ясное. Посмотри, какие формы разные. Нарисуем их подряд. Треугольник, круг, квадрат.